Всем привет, с вами Дженикус. На официальной странице Xbox Store появилась дата выхода первого DLC персонажа для Mortal Kombat 1. Omni-Man выйдет в ранний доступ для обладателей премиум издания 6 ноября. Как нетрудно посчитать, в полный доступ он выйдет 13 ноября. При этом 6 ноября это дата старта нового сезона в Mortal Kombat 1, так что дата вполне логичная. The Tiny также опубликовал скриншот еще одной утечки от службы поддержки PlayStation. Согласно ней, 18 декабря выйдет второй DLC – Кван Чи. 4 февраля выйдет третий DLC – Миротворец. 5 марта выйдет четвертый DLC – Эрмак. 13 мая выйдет пятый DLC – Хоумлендер. И 1 июля выйдет последний DLC Combat Pack – Такеда. По всей видимости, камео Тремор выйдет 6 ноября вместе с Омни-Мэном. Когда выйдут анонсированные ранее Фера, Дженнет Кейдж, Камелеона и Мавада, пока неизвестно. Касательно хэллоуинского фаталити, оно будет добавлено в премиум-магазин сегодня, в пятницу 26 октября, судя по всему, по американскому времени. Оно будет продаваться за драконьи кристаллы, к тому же The Tiny обнаружил и другое фаталити в файлах, в честь Дня Благодарения. Во вторжении в поместье Джонни Кейджа, возможно, мы скоро увидим некоторые ивенты. Об этом сообщили датамайнеры. Первый ивент посвящен Хэллоуину и станет доступен уже в октябре. Второй ивент в декабре, возможно, рождественский. И третий в июле, возможно, посвящен 4 июля, Дню Независимости. Что из себя представляют эти ивенты, пока неизвестно. Появились кое-какие детали о предстоящей битве титанов. По всей видимости, первыми титанами будут Барака и генерал Шао. Для этой битвы будет использоваться локация пирамида Месса. До вершины пирамиды будет всего несколько шагов. Датамайнер Эрмакер сообщил, что с новым патчем был обновлен скрытый тег-режим. Теперь в нем нельзя переключиться на второго персонажа, пока не умер первый, как в King of Fighters. Пока не ясно, что мутят NRS и будет ли игра иметь тег-режим. Если нет, зачем они его обновляют? В общем, тайна, покрытая мраком. Делитесь своим мнением в комментариях, верите ли вы этим утечкам и какие режимы хотели бы опробовать. Всем спасибо за внимание.